ООН подсчитала число беженцев в караване, который направляется в США. За лучшей жизнью идут уже 7 тысяч человек, среди них огромное количество женщин и детей. Американский президент уже пригрозил властям Гватемалы, Сальвадора и Гондураса прекратить выделение им финансовой помощи, если они не предпримут меры по ограничению нелегальной миграции своих граждан. Кроме того, Трамп обещал перебросить на границу с Мексикой военных и встретить беженцев армейскими подразделениями. К слову, шествие мигрантов началось еще на прошлой неделе. Тогда в караване было всего 200 человек.